Всем здорово! Все, начинается уборка семечки. Сегодня будем готовить КамАЗ к аргилу. Нужно срезать пену, закрасить ее. Все было красиво. Подвязать брезовики и будет все good. Good, very good. Поехали. Все, пену поубирали. Покрасили все. Сейчас будем делать стяжной ремень, менять. Вот такой вот у меня лопнул. Сейчас новый буду ставить. Вот это стяжной ремень. А у меня стояли просто эти. Как солома. Все, промазали. Сейчас поставлю. Все, поменял. Этот мне гораздо больше нравится, чем старый. Солома сделана, рвется. Пошло. Надо будет и это сразу поменять. Смотался в магазин, купил себе подсветочку. Синяя LED. Всего ничего, 70 гривен получилось вместе с проводами, со всей гадостью. Хочу ее вот так сюда влупить. Интересно, будет держаться или нет. Посмотрим. Все, доделал. Так, думаю, ночью прикольно будет ехать. Главное, чтобы глаза не било. Осталось повыбирать все. Это меня, кстати, этот подсадил. Давир. С Америки. Короче, пацаны, вот же получилось. Вывел на кнопочку. Кнопку нажимаем. Опля. И все. Красиво. На камере не то, конечно, но вживую будет прикольно ночью. Давай, бармен, тащи пустой стакан, стакан, чтоб я не смог напиться на повал. Ты знаешь, насколько б я не был пьян. Тебя я никому тут не отдам. Слышишь, я не отдам. Тащи пустой стакан, стакан, чтоб я не смог напиться на повал.